Города – так называются конструкции из 5 деревянных цилиндров. Чемпионат Приморья по мастерству выбивания таких фигур прошел в Уссурийске. Как вид спорта с мишенями, битами и едиными правилами, игра сформировалась в 1923 году. Любимая забава русских писателей, ученых и композиторов прошлого века, а также политиков, и сейчас имеет много поклонников среди уссурийцев. Этот год совпал как раз с празднованием в этом году, исполняет ровно 100 лет, как городки у нас начали развиваться в России. Вообще городки – это игра, считается, возрастных игроков, людей, ну, возраста. Но, смотрю, и молодежь начала подтягиваться. На краевой чемпионат по городошному спорту собрались 32 участника. Это 7 команд. Состязались удалью как школьники, так и опытные спортсмены. Самый старший из игроков признался, что решил попробовать свои силы в этом состязании на 8-м десятке. Городками, честно говоря, занимаюсь очень мало. Когда здесь кончал Приморский сельхозинститут, на зеленке городки были. Это было удовольствие ходить смотреть. Вот мастера спорта были, чемпионы, призеры СССР. Вообще приходил, любовался. Но никогда, честно говоря, не занимался. А вот здесь, в 74 года, вот мы потихоньку начали. Победила в чемпионате команда Уссурийска. Спортсмены из Камня Рыболова вторые. На третьем месте – Михайловка. В личном зачете – золото у спортсмена из Камня Рыболова Марата Даирова. Евгений Михайлов, Роман Адонин, Телемикс.